feeling like a subgear, driving towards the sun with a rose and a gun. Feel the wind in my hair, going nowhere, I swear. Like an outlaw on the run, dangerous, but it's... Приехали. Дождик идет. Погода. Погода как раз для зала. В зале время проводить, а не на улице. Кому-то такая погода, да, мешает в зал ходить. Дома сидит. Молодец. Нельзя дома сидеть. Тренировка если есть, то надо тренироваться. Отмазки придумывать не надо. Все взял. Вроде все взял. Вот так вот. Ну что, Жора, как всегда, первый рвется на тренировку. Оператора жду. Он там вроде поехал сына с карате забирать. А вот и кофе поднесли. Я кое-что заметил. Даже те, кто в баре работают здесь, уже знают, что оператору сахара. Он сахар принесли. А мне сахар не положили. Знаю, что я на диете. Круто. Тебя еще поймать надо. Добрый вечер. Я сижу на шухере. О! Че? Сейчас, блядь. Соловьёв Вячеслав Сергеевич порвет всем. Здорово. Привет. Как дела, народ? Че, кофе уже остыло без меня, да? Да я только принесли минуты 3 назад, 5. Хорошо. А смотри, они уже знают, да, что мне сахар не надо, а тебе надо? Да, знаю, знаю. Я думал, может, случайно? Не, несколько раз уже говорили. Ну что? Просто, они просто знают, что Жора пришел, блядь. Сахар излишний был. Че, как настроение на тренировку? Огонь. Ты готов к многоповторке? Я вообще пиздец готов. Давай. На. Волшебная таблетка. Так, ну что, ребята, сегодня у нас будет многоповторка. Грудь качаем на много повторений. Где-то на 15 будем делать. 20, 15, 20. Будем доходить до рабочего веса. Наверное, по 20, по 30 раз. А потом сделаем 3 по 15. Ну, увидим все это. Упражнение 3-4 сделаем. До отказа будем убивать. Вот посмотрите, что такое многоповторка от Жоры. Теперь ждем, когда торкнет. Как ты себя чувствуешь после таких тренировок? Лучше? Хуже. Здесь ноги отваливаются. Но уже сегодня уже полегче. Вчера ноги ушли. Чувствуешь, как здоровеешь, как растет? Естественно. Тем более сегодня. Прям жопой чувствую. Вкусненькое кофе. Но мало. Че, все, долбанули, погнали? Погнали. Мы идем. Поднять. Ну что, переоделись, начинаем жим.
доходим до рабочего и будем делать 3 подхода по 15. Погнали. Да. Так, я сделал пустой гриф 40 раз. Потом 40 килограмм на 30 раз. Потом 60 килограмм на 20 раз. А, на 25. Потом 80 на 20. И сейчас буду сотки делать на 15 3 подхода. Может, прибавлю, если силы будет. Погнали. Сразу чувствуется прилив крови, пам. Да, хорошо. Жим закончили. Сейчас будем на тренажере делать, на хаммере. Наверх. Давай. На 30 раз начинаем. 30, 25, 20 и 3 по 15. Зверь, бля. Это жесть. Лайки. Так влажно в зале, вот зеркало запотело все. Все скользкое, аж телефон липкий стал. Погода сегодня, дождик, и сразу везде влага вот такая. И народу еще много, только что на велике гонял. Хаммер закончили. Сейчас будем разводку гантелями делать. Тоже так же 30, 25, 20 и 3 по 15. Уже грудак забит. Погнали. Ты до конца не своди их. Вот, вот до сюда веди. Оп. О. Не спеши, помедленнее чуть. Вниз больше растягивай. Да. Во. Да. Красавчик. Вес хороший. Самый раз. На 30 раз. Вес не важен, главное чувствовать. Надо ждать, сменить чуть-чуть. Обстановка. Да. Надуло. Погнали.
Так, закончили разводку. Сейчас будем делать упражнения. Мало кто его видел. Сейчас покажем. Вот поэтому. Погнали. Пять. Теперь не так сидим. Let this be another night to tie around my bed at night. I know I've lost the fight to erase your face, my mind. Awake, I lie here staring. Кого нету сисек, не надо это делать. Сначала сиськи, а потом это. Он рюкзак вроде поднадулся, неплохо. Сейчас пойдем бабочку делать, кроссовер. Погнали. Закончено. Вот такая вот многоповторка. Попробуйте повторять. Делайте хоть раз в месяц, но делайте такую тренировку. Сюда меняйте. Силовая многоповторка. Все. Ставьте лайки, дизлайки. Лучше всего делитесь видосом. Спасибо, что смотрите. Всем сил до хера, да? Кровь ушла с башки, не знаю, что говорить. Короче, что за фантомас? Все, всем пока, всем удачи.